Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. А это снова с нами, а это снова с нами, канал Security. Ха. Всем привет! Всем привет, это канал Security. Сегодня, точнее вновь, мы продолжаем с вами играть в Pint of Town в Red. Блин, ну, я как всегда так и не могу запомнить название, но это не важно. Давайте включим уже, наконец-таки, пройдем третью миссию. Это вроде как в тюряге здесь. Blood Butch Behind Bars. Или паре. Ну, не знаю, вот здесь похоже как будто клетки. Ну, не знаю, давайте посмотрим. Модификация киберключателя нет. Не знаю, Shocking Touch, Shocking... Machete Time, Weak Player, слабый... это слабый игрок, он будет типа вообще быстро умирать. Нет, давайте ничего не будем меньше. Ну там видно будет. Так. Где я? Моя камера, короче. Ага. Постелька. Фигня какая-то, типа столика, что ли. И умывальник. А срача нету. Или это и есть унитаз? Не знаю. Да, это, наверное, скорее всего, унитаз. Ну, вообще стандартный набор заключенного, так скажем. Так, дальше что? Вот это, наверное, мой друг. Поэтому он на меня так смотрит. Или это тот, кто меня хочет тут. В этой тюряшке. Ну, я тебе не дамся, чувак, так что уж прости. Я тебе потом врежу, если чё. Ну, ты этот не обижайся, ладно. Так, вот это абсолютно идентичное лицо вместе с этим. Они, наверное, братья-близнецы попали сюда. За совершенное вооруженное ограбление. Ой. Здрасте. Зачем вы его бьете? Нет, не бей его! Не бей! Ай! Не бей! Ай, ладно, пошел в жопу. Так, еще один брат-близнец. Сколько же их тут? Близнецов-то. Ух, что-то под кроватью. Я сесть могу? Что это такое? Баскетбольный мяч? Похоже на тыку. Воу-воу-воу-воу! Осторожней надо, еще кого-нибудь тут врежу случайно, и тут начнется мордобой опять. Как в прошлых частях, сериях. Как в прошлых сериях. Мне нужно сначала смотреть. Вот это, что это? Я осматриваю тебя, чувак. Не сопротивляйся. Что тут? Что тут такое? Оу-оу! Это же... Оу! У тебя нет попы. Абсолютно без попы. Без попы я существо. Ух ты, я тебя чуть не стукнул. Извини. Хорошо, что не задел. Сейчас бы тут ужас начался. Начался бы такой ужас вообще полнейший. А я хочу просто посмотреть. О, здрасте. Музыки вроде нигде нет. Ну давай, за компанию. Хоу! На кухне, интересно, мне можно? Да, можно. Так, тут... Что? Ой, показалось. Так, о, под раковиной что-то есть. Тут что тут? Вот тут-то мыло. Давайте возьмем мыло. Так, тут что? Что это такое? Это, наверное, яблоки, точно. А вот это бекон. Мясо, короче, курочка. Да, сейчас бы скушал курочку. Жалко, нет. Желтая линия, за нее, наверное, заходить нельзя. Куда он там дверь, интересно, идет? А потом посмотрим, здесь что есть. Оп! Ой, тут уже этот отдел черных, видимо. Все черные. О, фига у него черная рожа. О. Просто ничего видно не было. Оп-о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 п. Смотреть ничего. Оп-о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 п. А, это денежка. Ладно, дальше тогда бежим. Смотреть ничего, нечего. Абсолютно нечего. Вот побегать бы тоже можешь. Би-б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 и
Что тут? Чисто. Чисто. Грязно, грязно, грязно. Помойся. Ой-о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 й. Уйди. Ой. Ой-ой. Ой. Кто? Кто на меня? О, ты голый бежит, голожопик. Я буду защищать вот этого голову, чтобы он дрался как можно дольше. На кого он тут пойдет? Кто на меня? На меня какой-то коп бежит. Умри. Умри. Так. Я слышал, тут одно местечко существует, в котором есть вооружение. Вон там на втором этаже, надо посмотреть, проверить. А что на первом этаже? На первый этаж не заходит. Ой, я еще кое-что знаю. Да, давай. Да. О, коп. На. Умри. Да вас двое тут, вы чё? На фонаре? Уйди.
Уйди, ой. Я буду прыгаться. Уйди. Уйди. Вот это даже не умирает, надо его вот так. В голову не попасть. Давай, нажимай. И чё? Чё случилось? Ничего, вроде ничего не изменилось. Ага. Это чё такое? Опа. Нашёл. Ружьё. Хо-хо-хо. Сейчас мы с вами устроим тут анархию. Давай. Блин, тут голопопик стоит. Не могу с него стрелять. Он слишком ценен для меня. Так, вот давай. Раз, два, три. Огонь! О-хо-хо-хо. Прощайте, чувачки. Хо-хо-хо-хо-хо. С Новым годом, чи. Ту-ту-тру-ту-ту. Да уж. Был чувачок, и нет чувачка. Прямо в башку засунул, вон там дробовик, смотрите, из башки торчит. О, вот у говнюка, ну какой большой подошел говнюк. Ха, прощай, говнюк. Хо, одни рожки да ножки от него остались. Вот с тазером кто-то мочит всех. Хуяк, нафиг. Так, эту ружку надо бросить. Подожди, подожди, меня я хотел взять. А вот, молодец. На. Что тут, надо еще что-нибудь подобрать, что такое, что-нибудь, что может завалить кого-нибудь. Вот это что такое? Это мыло? Возьмем мыло. Я тебя убью мылом. Хо-хо-хо. Наверное, подавился мыло. Прям в рот ему попал. Сдохни. Такая агрессивная игрушка, прям вообще ужас. Вот куда его башка делась? Куда? Почему она такая агрессивная игра? Блин, ту голову можно брать? Сейчас тебя расчленю. Да нет, ужасная игра, капец, конечно. Немного. Есть такое. Давайте посмотрим, что тут есть. Там кинуть кого-нибудь. Пока друг убью кого-нибудь еще. Случайно. Так, так, тазер. Вот сейчас тазером побалуемся, точно. Здравствуйте. До свидания. Здрасте. До свидания. До свидания. То есть здрасте, а потом до свидания. Прощай. И чувак, тебе не повезло. Там еще кто-то есть. Ты думаешь, ты как ты крутой, да? Где мой пистолет? Сейчас я достану свой пистолет, и тебя не будет. Тебя не будет. Нет, стой. Не бей меня. Не бей, не бей, не бей, не бей. Прощай, чувак. О-хо-хо. Ты тоже что ли? Прощай, чувак. О-хо-хо-хо. Прощай. Ты был мне другом. Когда-то. Это же он меня пытался изнасиловать, да? Вот он. Чувак, ты меня подкараулил все-таки. Но не тут-то было. Прощай. Я тебе не прощу никогда, ни за что. Все, что было между нами. А, кто? Кто? А, как крыса меня убил сзаду полицейский робокоп. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подпишитесь на канал, пожалуйста. Да ладно, не надо. Главное, чтобы вам понравилось. Всем пока.